Привет всем мои подписчики моего канала. Очередная посылочка с Алиэкспресс пришла. Открываем. Смотрим, что там. Потому что, честно говоря, я уже не знаю, что там. А тут у нас... Да, тут у нас Жума. Две вот таких штуковины. Ха, интересно, две. Заказывал вроде две такие пластмассовые штуковинки для бортировки колес. Но, честно сказать, не впечатлили они меня. Уже на фотографии по-другому выглядели. Ну как-то так за камеру цепляется, видать, вот этот крючок. А, подковыривается, да. А этим крючком за спицу. За спицу одевается и тем самым помогает вам разобрать. Заказывал я, по-моему, два, не помню, надо будет посмотреть, чтобы один вставить и вторым уже нормально открыть. Потому что бывают такие эти покрышки, что они не слазят. Обычно руками можно снять. Бывают такие, что не слазят. Вот. Причем они разные. Разные, поэтому. Фотографировать будет. И вообще разные, поэтому. По конфигурации. Так, наверное, будет здесь. Так виднее, наверное, будет. Да, они разные. Почему разные, неизвестно. Китайцы нашельмовали что-то. Ну, откроем спор. Что делать? Зачем мне разные они? Непонятно. Так, сейчас сфотографирую. И... отправлю им. В общем, вот так вот китайцы нас дурят. Причем, чем дешевле товар, тем больше дури. Тем больше обдуривания. Все, всем пока. Смотрите мой канал, подписывайтесь, что будет дальше. Пока-пока.